С вами магазин фокусов magiclessonshop.ru. Смотрим фокус. Итак, секрет этого фокуса. Все дело вот в этом реквизите. Рулетка вместе с магнитом. Здесь у нас леска есть. И вот она так стягивается. Рулетку помещаем на джинсы или вот с этой стороны, или можно сзади это сделать. Также можно прикрепить сюда какой-то такой ремешок и на ремешок повесить эту рулетку, как сделал я. Вот в данном случае я прикрепил его в бок. Вот так. Здесь у меня остается магнит. Соответственно, леска, вот она идет, ее так не видно. Вот делаем вот пониже, да. Большим пальцем прячем этот магнит, руку держим в таком расслабленном положении. Все. Показываем нашу монеточку, кладем на этот магнит, вот она лежит. Далее делаем такие движения, пальцы раскрываем, и наша монетка уходит. Вы, наверное, слышали сейчас звук, то есть достаточно палевный звук. Поэтому ни в коем случае этот фокус нельзя показывать в тихом помещении или в тихом варианте. Должна орать какая-то музыка, там какая-то должна быть шумная атмосфера. Где можно это показать? Или же надо громко-громко говорить, чтобы перебить этот звук? Итак, где взять монетку, которая магнитится? На самом деле много российских монет. Раньше они не магнитились, сейчас они уже начали делать из таких металлов, которые магнитятся. Просто у каждого, наверное, дома есть вот такое ведро мелочи. Просто берем, помещаем туда наш магнит. Видите, это обычные российские деньги. Здесь есть и 10 копеек, и 50 копеек, рубль 2 и 5. То есть, вообще, на любой выбор, что хотите, то и магните. Такой реквизит вы можете заказать в нашем магазине фокусов magiclessonshop.ru. Ссылка под видео, переходите и заказывайте.